Привет-привет! Сегодня я покажу вам спа-процедуру, ну, такую мини, с вот этой серией. Мы будем использовать скраб, крем и гель. Я покажу, как вам, как наносить после крема гель охлаждающий, чтобы меньше была жирность в руках. Давайте начнем. По ходу я буду рассказывать вообще про спа-процедуры. Вот к нам пяточки пришли уже. Здесь мы демонстрируем просто спа-уход, то есть, по сути, педикюр уже был сделан, ну, где-то недельку назад. Начинаем с того, что обрабатываем антисептиком ножки, если вы не делали педикюр. А так, до педикюра, естественно, все это обработано. Пальчики, стопу. Ждем, пока подсохнет. Чем хороши спа-процедуры? Улучшается кровообращение. С помощью спа-процедуры мы можем избавиться от потливости ног. Это извечная проблема, так как обувь у нас, ну, не всегда есть хорошая. Очень хорошая спа-процедура с черной глиной. Черная глина и антисептик. Там чередуется, она хорошо очень выводит токсины из непосредственно потовых желез. Вот, и меньше потеют ножки. Начнем. Берем аромаскраб, наносим, ну, я вот такое количество возьму, на руку себе, на ногу не надо наносить, он должен подогреться в руках, растираем и наносим на ножки, промазываем пальчики, хорошо растираем, движения идут вверх. То есть к пяточке и выше, Скраб бывает разной консистенции. Есть гуще, есть пожиже. Вот эта консистенция не очень густая. Хорошо прям пяточки. Разминаем. Проходим посередине стопы обязательно. Очень много нервных окончаний здесь. Вот так проглаживаем всю стопу. Делаем до того момента, пока скраб не впитается. Мы это увидим, когда зернышки, вот как абрикосовые, например, в этом скрабе, они не начнут опадать. Начнут опадать, мы их стряхнем и начнем наносить увлажняющий крем. Хорошенько разминаем. Перед спа-процедурой можно сделать соляную ванночку, также с аромамаслами, например. Берем морскую соль, несколько капель чайного дерева, прям чуть-чуть, либо эвкалипт можно тоже чуть-чуть, шалфей, есть вообще соль, определенные там, допустим, линии, они идут либо с эвкалиптом, либо с шалфеем. Также можете добавить цветки ромашки, в тазик с солью. Вода должна быть комнатной, чуть-чуть потеплее, температура не горячая. Вот у нас сам скраб впитался, все масла в нем. Сейчас нам осталось затереть зернышки. Если человек боится щекотки, в принципе, многие начинают смеяться. Это где-то минут 5. После 5 минут все уже, человек привыкает и успокаивается. Между пальчиков обязательно растираем. Нужно использовать всю стопу, каждый кусочек, потому что если спа-процедура, то действует все, вся стопа.
теперь наносим увлажняющий крем. Вот такой вот. Наносим чуть-чуть прям. Это на две ножки. Также на руку себе. Растираем. А потом на ножки. Он быстро впитается. Потому что мы небольшое количество его нанесли. Массажик. А теперь наносим гель-бальзам охлаждающий. Вот такое количество. Растираем. И на ножку. И вот такими движениями, можно сказать, завершаем процедуру. Легкими движениями. Это летний вариант. Зимний все равно будет более там, крема, более такие плотные, более увлажняющие. Здесь легкая текстура. Также она увлажняет, но полегче. Все, остаточки скраба. Стряхиваем. И все. Ножки не в жирном креме, а в легком бальзаме. Ну все, желаю вам успеха. Ухаживайте за своими ножками. Пока!